Старший приема сдачи груза и багажа станции передачи Анна Славская вошла в список лучших работников Магнитогорского металлургического комбината по итогам прошедшего месяца. Ежесуточно на ММК прибывают до 1200 вагонов. Задача приема сдатчика – быстро и грамотно развести грузопотоки. С Анной Славской познакомилась наш корреспондент Татьяна Зайцева. В юности Анна Славская мечтала быть педагогом. В начале 90-х пришла пора определяться с будущей профессией. Но развал Союза и его экономические последствия поставили на мечте девушки жирный крест, который, впрочем, стал для Анны защитным. Родственники в основном преподаватели, хотела она воспитателя. А родственники, наоборот, встали в штыки. Ты что это? Куда лезешь? Все без денег. Иди на комбинат. И в буквальном смысле силой меня отправили учиться. Так Анна поступила в училище на железнодорожное отделение, осваивала премудрости профессии дежурного по станции. После окончания училища попала на станцию «Гранитная», а позже – переводом – на станцию «Передача». Здесь прошла все основные ступени, и сегодня Анна – старший приемосдатчик. Сегодня, после всех экономических перипетий постперестроечной России, Анна понимает, что для себя сделала правильный выбор. Работа нравится, спорится, и это главное. Да, очень нравится. Если бы мне не нравилось, я бы, наверное, ушла бы сразу. Еще вот когда тогда, после училища в 95-м году, я бы, наверное, ушла. Если ты понимаешь, что ты делаешь, если ты знаешь, зачем ты это делаешь, ну, естественно, работа начинает нравиться. Каждые сутки на Магнитогорский металлургический комбинат приходит до 1200 вагонов. В обязанности Анны Славской входит организация их движения, чтобы не было заминок и простоев, чтобы груз попадал именно туда, куда нужно. В ее обязанности входит координация всех работников деятельности, четкое, безошибочное, без браков выполнение должностных обязанностей. Работа очень ответственная. Опять же, коммуникабельность необходима в данном виде работы. И Анна с этим достаточно хорошо справляется. Внимательность, усидчивость, скрупулезность, коммуникабельность, желание совершенствоваться в своем деле – вот качества, которые особенно ценятся в профессии приемосдатчика, и благодаря которым Анна Славская и наработала ценный опыт, наметала, как говорится, глаз. И только благодаря им пришло уважение коллег, партнеров, руководства. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВН.